подъезда дома на улице Московской подъезжает машина скорой помощи. Нет, это не вызов. Да и рабочая смена этой бригады уже закончена. В этот раз повод счастливый. Татьянин день встречает коллега. В прошлом заслуженный участковый врач, детский кардиолог, сотрудник скорой помощи Татьяна Андросова. Татьянин день – это ее праздник. Сегодня она принимает цветы и поздравления от коллег. Добрейшей души человек, очень замечательно относилась к ребятишкам города Мурома. Много времени проработала она в детской поликлинике, как участковый педиатр, как кардиолог детский. Многие жители города Мурома очень часто вызывали к себе как педиатра Татьяну Григорьевну, как врача скорой помощи в течение 10 лет. Наши сотрудники тоже очень часто обращались для того, чтобы Татьяна Григорьевна обслужила и детей наших сотрудников. Мы ей желаем всего самого доброго, чтобы она оставалась все время такой доброй, отзывчивой, чуткой, внимательной. Случайных людей в жизненно важных профессиях нет. Татьяна мечтала стать врачом с детства. Я много болела. Болела тяжело. И вот в 5 классе как-то учительница меня отправила с уроков. У меня голова болела. Я пришла, а врач мне говорит: вот ты, дескать, симулянтка, ничего у тебя не болит. Я вот вышла, шла, плакала и дала себе слово, что я стану обязательно врачом и никогда не буду обижать детей. Она работала в стационаре, на участке, была и терапевтом, и кардиологом. Судьба бросала ее на север, в Германию, а в 72-м она приехала работать на Муромскую землю. За 42 года плодотворной работы через ее руки прошло 1000 детей, а через сердце и душу 1000 больничных историй и случаев. По ее словам, в медицине важен именно опыт, постоянное развитие. Врач – один из главных героев человеческой судьбы. Конечно, оно хорошо, когда аппаратура есть, вот это все, но это все вспомогательно. Самое основное было, если будет это врач. Беда нашей современной медицины, что у нас не мы теряем милосердие, чувство милосердия, сострадание к человеку. Я вот, например, на своем участке у нас я любила своих людей и они относились ко мне хорошо. Но я знала в каждой семье, вплоть до всех домашних проблем. Они со мной делились, рассказывали, все. Я им помогала, они мне помогали. По ее стопам пошел и единственный сын. Это был личный выбор, говорит Алексей. Но большое влияние на него оказала именно мама и плоды ее работы. Родители и дети всегда были ей благодарны за ее такой трудный, важный, ответственный труд. Поэтому я тоже решил посвятить себя медицине. Уже 21 год работаю в муромской медицине, в отделении реанимации. Вот, ну вот, приношу пользу людям, оказываю необходимую помощь вот больным с разными заболеваниями. Добро возвращается. У детей, которых лечила Татьяна Андросова, уже выросли свои дети. Она помнит всех, пусть не по именам, и, может, уже не вспомнит лиц. Но тепло ее души не забывают ни пациенты, ни коллеги. Регина Рукавишникова, Александр Барсуков, Новости 24 Мурома.